наша Волга стремительно взлетела в гору, и перед глазами предстало Валдайское озеро. Огромное, величавое, спокойное. Нынешний Валдай – край науки. Здесь экспериментальная база гидрологического института. И приходят на свои посты наблюдатели снимать показания приборов. Здесь студенты сегодня на практике. И им даже нравится эта простая работа – крутить лебедку люльки и медленно опускать прибор для измерения скорости течения. И хлеборобу, и строителю надо точно знать, сколько осадков выпадает за сутки. И не только знать, управлять погодой учатся потомки крепостных. В далеком лесном урочище трудятся операторы. Взмыли ввысь ажурные мачты, а между ними приборы. Стремительно вращается вертушка, и кажется, где-то высоко-высоко в небе заливается знаменитый валдайский колокольчик.